Если говорить короче, то есть такая нехорошая тенденция в том, что если у нас начинают что-то ограничивать, то это как вот зачищает все. Поэтому есть, конечно, такая опасность, что под гребенку попадут абсолютно как бы там сайты, которые могут быть интересны. Я за то, чтобы фильтровать, конечно, некоторые сайты. Ну, в тех же, допустим, арабских странах запрещено порно, там что-то еще, вещи, которые абсолютно не нужны неподготовленному, скажем так, молодому там или молодой девушке, молодому парню, которые только растут, только познают мир и познают его по каким-то вещам, которых они не защищены. Потому что не всегда рядом родители, и когда ребенок ушел в школу, он все равно волен выбирать то, что он выберет. Это раз. С другой стороны, мне, конечно, не нравится тенденция, то, что исчезли некие там блогеры, там, с тех же с Яндекса, там еще что-то. Я за то, чтобы человек сам выбирал, что ему читать, что ему не читать, а не посредством того, что просто этого нету и есть только однобокая позиция. Это, наверное, несколько неправильно. И я думаю, что все-таки сейчас, через какое-то время, мы придем к тому, что будет как бы из чего выбирать. Не бывает только белого. Должно мнение состоять из того, чтобы выбрать из нескольких аспектов вопросов.